Народ, всем привет! С вами Дмитрий ФМ. И смотреть, какой экземпляр. Я проходил мимо и просто не мог пройти мимо. Насколько я понимаю, это Москвич 412. И как вы можете видеть, он в отличнейшем состоянии. Хром весь блестит. Что меня радует, в последнее время в нашем городе встречается все чаще и чаще ухоженные такие ретро-автомобили. Народ потихоньку восстанавливает ценности Советского Союза. А, 408 даже написано. Я думал, что 412. Москвич 408. Это кто-то прям делал, восстанавливал. Все стеклышки, все помыто изнутри, никакой пыли там нигде не скопилось. Бампера полированные. Колпаки даже человек нашел, диски нержавые. В общем, огромный респект. Маска, смотрите, советская какая лежит. Я извиняюсь, что снимаю без спроса автомобиль, но в целом-то я с внешней стороны его снимаю. Ну, согласитесь, мимо пройти такого автомобиля и не запечатлеть. Сейчас большая редкость эти машины, но они мне нравятся. Антенны, я помню, вот эти вот уже на 412-х москвичах. На москвичах 2140 они были с электроприводом. На этой машине, наверное, они механические еще, эти антенны. Резина свежая, на него кама одетая. Спереди решетка такая вся собранная, как положено. Значок АЗЛК. И тут сразу возникает желание прокатиться на этой игрушке, если можно ее так назвать. Потому что по меркам современных автомобилей он, помимо того, что устарел, хотя классика никогда не стареет, но он очень маленький, какой-то миниатюрный автомобиль. То есть я помню в своем детстве, когда по городу такие машины ездили, они не казались маленькими. А на сегодняшний день он прям миниатюрен. Из-за этого и воспринимается как игрушка. Конечно же, это не игрушка, это серьезный автомобиль. В свои годы он был достаточно комфортный, популярный и универсальный. На нем можно как и на дачу, так и на рыбалку, и по городу. И по сей день, видите, он служит верой и правдой. Даже омыватели лобового стекла еще оригинальные стоят. Хром. Дворники-то хромированные. Вокруг лобового стекла хромированная вставка. То есть я видел в современное время, когда такие машины эксплуатируются, уже вот это все, весь хром нету, его выкинули. А вот здесь единственный человек, видно, не нашел хромированную вставку. Пока без нее. Ну, может быть, он занимается дальше реставрацией. Сможет найти. Москвич 408. Я попробую узнать год выпуска автомобиля. В принципе, по номерам можно это сделать в свободных базах. И тогда напишу в описании под видео, какой же год выпуска. Брызговики, все на своих местах, даже передние есть брызговики. Ну, салон снимать не буду, извините, потому что чужая техника. Скажу только, что там, в принципе, все нормально с ним, тоже так же опрятненько, аккуратно, ухоженно. Ну, на этом, наверное, все. Видео буду заканчивать. Открыть автомобиль, к сожалению, нет возможности.
Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Дмитрий ФМ. Всем пока, всего хорошего.